Що це горить? Дом. На кришу. Попала. Зажигалка. Я 1,70 м. То есть 2 метра. Тут. 2 метра. А что это было? Это вот зажигалки, которые... Фосфор какой-то. Прожигают броню, подвалы, все на свете. Только... Как часто они зажигалками лупят? Так они каждый день. Каждый день шуровали. И были такие мины, что на... В 65 метрах выставлялись, и они оттуда летели с высоты, взрывались и летели в землю, жгли все. Еще взрывается в воздухе, получается типа салют и падает на землю. 3-5 штук летит сразу таких. Ну, кстати, мы не видяшка есть. А что это за артиллерия стреляла, если он зажигал? Это минометы. Да? Это минометы. 120-ка. Вот тебе зажигалка. Ну просто получилось так снять, короче. Вот, вот они летят, зажигалки. До 3000 градусов вот эта температура. Солнце. Пробчик снимает. Я за перехлёсток. Не шаша. Мы все сказали? Не шаша. Там они, две там упал. Одну, я даже. Одну, а вторая упала на огороде. Дави. Плавится металл. Бачу, які приколи, ще таких не бачу, треба два спік штоп. Ба? Колір в них був рідний, зелений. Ні, не знайшов. От ще одна. Ні, от тут. Скажи, що це похоже на освітительні міни, але через значовні днем кидають. Може, це якась нова. Я не розумію їхню логіку.